И доброе утро. Ну, я довольно давно по конференциям работаю, и уже с начала 80-х-90-х годов мне самая приятная речь, когда разговаривают финны. Ну, обычно, естественно, рабочий язык у нас сейчас английский идет. И когда финны помаленьку так медленно и понятно все объясняют, то мне было просто приятно слушать, потому что я понимал, что они говорят. Поэтому я придержусь этого принципа и постараюсь говорить по максимально эстонским русским, да, чтобы было понятно, медленно, на возможности. Увы, в плане сегодняшнего распорядка дня у меня полчаса, мне достаточно много, чтобы сказать. Вчера я не смог это сделать. Ну, начнем. Значит, как называется все мероприятие, это Jaunbaute, да, то есть речь идет о концепции, о мысли, может быть, на данный момент, создания нации. Дело в том, что это не ново, потому что еще 100-150 лет тому назад латышей как нации не было, и не было даже латышей как народа. Да. Было только Bauerntau, то есть сословие. Сословие рабочих, которые подчинены помещикам Ахабарту. У нас в Латышей не было своей фотографии, у нас не было. Коляк, еще одна. Ее палалки. Вам слышно всем? Слышно, но громче лучше. Так громче. Я немножко приводил. Подходи, когда будем ближе. Это удается не с трудом. Да. Я знаю. Jaunbaute, да, концепция Jaunbaute. Потом вторая тайная тема у меня национализм. Ну, раз Лида повернула вопрос, что первым будем о национализме говорить, я очень коротко просто прочту на слайде. Больше расширять тему просто не получится из-за времени, и у меня нет и собрания. Значит, Что такое нация? Об этом говорят много, но, увы, это одна из тем, которая популистически сейчас проворачивается. На самом деле дела очень простые. Сейчас, когда повсюду весь мир испорчен черным пиар, так называемым, испорченные термины, терминология, люди не способны уже друг с другом говорить. Хорошее, белое может быть уже плохим, хорошее может быть маргинальным и так далее. Да? То есть, называя какое-то слово, мы получаем отдачу уже совершенно искривленного понятия этого термина. Поэтому придется говорить с самого начала и коротко. То есть, развитие общества – это естественный процесс. Я владею социофизикой, то есть, ну, можно сказать, наукой, можно сказать, концепцией развития общества по физическим принципам. То есть мир построен, ну, можно сказать, его можно ввести в компьютер. На самом деле, да, достаточно мало составных, и их можно просчитать более-менее. Некоторые экстрасенсы или некоторые оракулы, ну, они делают просчет, не видят будущее, прошлое, не выходя из кресла своего. Да. Значит, то, что я говорю, касается познания социофизики. Значит, общество развивается, начиная с семьи, группы семьи – это род. Потом следующее, и это самая малая община – это семья, род и союз родов, скажем так. Новац, да, на русском, не знаю, будет, я это не область. Потом идет народ, и потом идет нация. Семья – это община, которая обоснована на крови, на родственных связях. И в семье не должно быть вообще никаких разногласий. Семья – это самая малая, самая мощная единица общества. Как оно и говорится в международных законах, которые защищают семью и определяют ее как основу государства. Второе – это народ. Народ – это много семей, которые пользуются общими какими-то традициями, которые жили по соседству, которые друг от друга, значит, что-то заимствовали.
И в итоге сделались едиными своих традиций, потому что нет крови вообще. И нация – это то, что существует по большому счету сейчас в мире только теоретически. Потому что могу назвать, может быть, две нации, которые состоялись, и две, которые в стадии развития. Нация это Китай, естественно, с тысячелетним их прошлым. Нация это евреи с их познаниями. И новые как будто формирование национального типа это Соединенные Штаты Америки, это Франция. Потому что у них есть их конституции, да, и обширный слой документов, который определяет общий вид на будущего народа, который проживает в конкретной территории. Народа в национальном понятии, то есть нации. Коротко можно сказать так, что семья – это кровь, народ – это традиция, нация – это общий вид на будущее, осознанный общий вид на будущее. Таким способом нельзя говорить о латышской нации, даже о литовской нации, хотя у Литвы было больше времени разработать свои сотрудничество, свои взаимопонимание. Нельзя говорить о русской нации, даже индийской или какой-то другой нации. Можно еще сказать, что народ это наше, то есть род это наше прошлое, народ это наше сегодняшнее. И нация это наше будущее, куда мы идем. И это все связано тесно одной цепочкой. Мы не можем отказаться от будущего, от прошлого, если мы желаем попасть в будущее. Поэтому мы никогда не можем отказаться от самого маленького, от защиты семьи, от развития семейных институтов. Потом только надстройка это уже народ со своими традициями. А нация это уже осознанная надстройка, которая разрабатывается семьями вместе всеми. И принимается на национальном, то есть общенародном уровне. И там в нации объединяются все народы, все семьи, которые согласны принимать конкретные установки, принципы совместной деятельности, то есть национальную этику и цели, национальные цели, то есть то, что нация хочет достичь через 10, 15, 20, 30 лет. И тогда отпадают все варианты американства, потому что нация определила, что она хочет. Есть четкий указатель, по которому идет нация вперед, и политиканство просто невозможно. Любой, кто пытается отклониться от национальных целей, просто становится изгоем и национальных интересов. Латвия 20 лет, если про Латвию не имела никакого курса, она шла куда ее идет. Так, значит, следующая точка. Я не могу сказать про Литву, потому что Литва имеет другой опыт. Мы один народ, разделенный на двое. Когда-то, в 13 веке, когда балтское общество было едино, не было вопросов о жмуте или жемайше, курше или круше. Сейчас идет граница, оккупация, значит, Тевтонского ордена. Латвия – это оккупационная зона Тевтонского ордена, которая разделена по-живому. По-живому разделен наш балтский народ. И сейчас первая цель наша, чтобы выжить и развиваться, это наши стянуть опять вместе эти народы. Потому что жемайши по одну сторону, жмут по другую, но это неестественно. Поэтому надо рассчитывать на то, что чтобы наибольшие средства передвигать, подавать на развитие между пограничной зоной. Это тоже поможет решить пограничные проблемы, там, скажем, нефть или что-нибудь там еще найдется. Потому что сейчас пограничная зона – это недоразвитая территория. Именно из-за того, что по одной и другой стороне нет общего видения. Хотя люди переезжают там реку, учатся в одном государстве, работают в другом, это нормально. Мы один народ. Значит, фазы развития национализма. Об этом не говорится, но коротко. Действительно, не хочу, чтобы пришлось оборвать выступление из-за недостатка времени.
Значит так, фазы развития национализма. Первое, это национальная концепция, разработка национальной концепции. У латышей это было Кришан Свалдемарс, Кришан Свалдемарс, это 100-150 лет тому назад оформилась латышская нация в концептуальном плане, что такое нация, то есть программа нации по большому счету. Как сами Яунлатвейши потом отмечали, увы, то государство, которое сделалось уже в 20-е годы, не соответствовало, не выполняло требования латышской нации. То государство было уже искривлено. Ну, это говорится, многие интеллигенты того времени, которые понимали, что такое национальная цель, что такое нация. Значит, второе, это национальная идеология, разработка национальной идеологии, это символика, это распространение на массу уже. До этого, как я говорил, латышская нация не дошла реально. Далее, третья фаза развития – это национальные традиции, работа над национальными традициями. Четвертая фаза – это практический национализм. Если первая фаза можно называть теорией, то вторая часть, то есть четвертая фаза, практический национализм – это идет уже практика. И когда у нас в Латвии движение национальной независимости, у нас в Латвии та же самая Брили, Байда и национальная организация. Я создал в 1988 году в своем техникуме, где учился, группу движения национальной независимости. Мы проработали полгода, потом приехал к нам Чепанс, ну, первый секретарь Лепайского района Компартии, и собрал всех в техникуме и сказал, и долго рассказывал про то, как хорошо быть националистом, и что мы тогда скоро вот, получим национальное государство и вступим в Евросоюз. Вот так и тогда было сказано. После чего в ЛННК вступила вся партийная организация техникума и большинство рабочих. Мы свою группу расформировали в течение следующей недели, и с тех пор в политике я не работаю, потому что это не национальная политика, это не национальные силы, которые работают в Латвии. Потому что самый большой враг националиста – это национал-популизм. То, что дело можно сделать двумя способами – можно сказать, можно сделать. Если ты сказал, то ты не сделаешь. Если ты сделал, то не стоит разговаривать. И те, которые национал-популисты сейчас у нас в власти, они заменяют работу речами. То есть они не доходят дальше национальной идеологии, но осознавая, что нации у нас нет и не будет, достаточно образованно, чтобы это понимать, они тормозят развитие национальной мысли как таковой. Это самые худшие враги русской нации, на совесть которых сломленных хребет латышей. Это, увы, надо признать. Потом, значит, что такое практический национализм? Теория признает, что после уже фазы третьей, да, после уже национальной традиции, здесь мы с вами, скажем так, перерастает в практическое экономическое сотрудничество. Когда мы создали ЛНК, скажем, Тайзмэн Брива и Латвию как будто национальным государством, следующим этапом должно было быть поддержку государства в экономике своим людям. Это не обязательно латыши, это все, которые голосовали в рядах Народного фронта, которые боролись за независимость национального латышского государства. Это все народы. Там было очень много не латышей, да, вспомните, какие-то Казакевичи, да, литовских людей, русских, украинцев и прочее. Но фазы второй развития уже не было достигнуто. Национальной политики экономической в Латвии нет, национального образования в Латвии нет. Будь у нас национальное образование, мы бы давно уже в школах вторым языком признали бы литовский язык и учили бы литовский язык, чтобы путем обучения уже сблизить нации и искусственную границу помаленьку сгладить. Увы, этого нет и не было никогда. У нас
нам, латышам, под эгидой национального конфликта предлагают бороться с русскоязычными, литовцам вам предлагают биться с поляками, то есть биться со своими людьми, у которых общее прошлое, как я сказал, и общее сегодняшнее. У нас мало что общего с латышами, с Америки, Канады, потому что они сами это признают, потому что они жили в другом государстве, в другом строе, у них совершенно другой опыт. Они не могут создать то, они не могут понять, что, как и мы, что есть мы. Да. Поэтому первая заповедь националиста – это уважай любого другого националиста на его земле. Это самые значит, большие, естественные друзья, естественные союзники, любой националист в своей земле. И второй союзник – это люди культуры, люди, которые осознают общие цели и общие принципы развития события, общества. Поэтому они не являются патриотами какого-то конкретного края, но являются уже носителями идеала. Кто носит идеала, они не вредят национальной идее, они только ее дополняют. Гостят – это люди, которые живут в конкретном месте и имеют конкретный общий опыт. Значит, практический национализм, значит, это образование, это хозяйственная деятельность, это национальные концепции защиты, обороны, в том числе национальных приоритетов и прочее, это и внутренние, и наружные какие-то. И четвертое – национальная дипломатия. Где мы видели национальную дипломатию? Литовскую, латышскую, ну где? Нет, никогда не было. Никто не говорит у нас о интересах нации. Потому что нет общих целей, о чем же говорить? Да есть только народы, которых специально разобщают, чтобы держать нас славными. Значит, следующий пункт – это национальная история, значение и особенность национальной сегодняшней идеи. Национальная идея развивалась в конце 19-го, начале 20 века как естественное развитие поисков какой-то альтернативы глобальному капитализму. Действительно, так оно и разрабатывалось. Потому что старая аристократия была уничтожена окончательно в 19 веке. Карл Маркс уже в середине 19 века указывал на те все проблемы, которые сейчас мы видим. Все, это можно читать 150 лет, более старые писания, и видны все эти проблемы. И что происходит? Капитализм продолжает развиваться по тем же принципам. Никто не пытается негативные его последствия ограничить. Таким образом, мы стоим в развитии гуманитарного общества на том же уровне, что 160 лет тому назад. Но только тогда земля была меньше, ресурсов было больше, людей было меньше. Сейчас у нас настал последний момент, когда мы можем еще пытаться, мы стоим в тех же позициях, которые были 150-160 лет тому назад у мира. Сейчас мы уже стоим на последнем момент фактически. Значит, в начале 20 века создавались эти национальные концепции по всей Европе. Америка уже, Франция были не разработали. То, что происходило в Европе, национальные принципы, они взаимствовались у французской революции. Ну, довольно несовершенные, но взаимствовались хотя бы, наверное, по принципу единой политики. Брали эти постановления французской революции, коммуны и какой-то общий принцип, чтобы стандарт гуманитарного общества был принят в этом поводу. Там говорится о основе общества, о семье как бы основе общества, о правах человека и так далее. Значит, и эти государства, национальные государства развивались как грибы после дождя. Они очень быстро укреплялись, создавались большие государства. Советский Союз был прототипом национального государства, то есть про-национального государства. То есть Советский Союз, идея Советского Союза была национальной идеей всех народов, но это была насильственная. И самое плохое, это Советский Союз пытался объединить по имперскому принципу, то есть объединить разные народы, разные семьи, разные традиции в один котел. Таким образом, отрекаясь от корней. Ну и как я уже сказал, основа – это прошлое.
Европейский Союз сейчас и вся белая раса, отрекаясь от нас, подавая нас, балтов, своих предков, на уничтожение, то есть определяя, не понимают, что они делают, и не понимают, что теряют свои корни, свою общую идентичность. И как потом, уже без разницы, кули из Китая, или из Индии, или из Европы. Причем социологи признают, что белая раса самая слабая в витальном смысле, она меньше всего, у нее слабее всех других рас, развито понятие национальное, понятие расового принадлежения, расовой принадлежности, культурного принадлежности. Арабы, негры и прочие, они гораздо более агрессивны к другим расам. Белая раса уже численно мала, и она сокращается в последние 100 лет просто трагически. Это видно, что ее уничтожают. Так же, как видно, что уничтожают латышей, литовцев. Мы потеряли за последние 20 лет без войны, без одного выстрела, потеряли пятую часть всего народа. Это страшно, это геноцид. Кстати, то, что мы делаем сейчас, ведется работа на подаче Международный суд по правам человека. Иска об признании факта геноцида против балтийских народов. Это одно из направлений, которое даст нам передышку, потому что когда подан иск, нельзя обратиться против ищика, да, против одной или другой стороны, нельзя менять статус одной или другой стороны. Это, но это уже я отклонился, поэтому мы идем дальше, время не поджимает. Значит, те государства, которые создались в 20-30-е годы, их есть наспех, да, поэтому люди, которые были как в этих национальных государствах, не понимают национальный смысл нации, национальной мысли, интеллигенция. Мы интеллигенция тогда выслушивали, но это было дело моды, а внутри это не дошло. Китайцы выращивали свою нацию тысячелетиями, тогда это именно нация. Нация требует времени, чтобы внедриться в понимании каждого человека, в сердце каждого человека. Любовь, да, гармония. Нация – это любовь к общему, к другим своим соратникам, друзьям. Далее, значит, с момента агрессии Сталина и Гитлера национальные идеи были разрушены. Известный писатель Орвелл в заголовке своей книги 1985 писал: «В 1945 году в окончании развала капитализма, ну, это его слова, ученые пишут так же, это потом уже после 50-х годов или глобализм. Есть две сейчас противостояния, глобализм или национальная мысль. Проблема, упомянув в виде рекламы национализма, так что не в тему, но самые большие проблемы глобализма, это исходит из основ его происхождения. Глобализм идет с империи Великобритании, торговой империи. И как торговая империя, у нее основы, в основе глобализма этого, конкретно модели этого глобализма, который мы сейчас испытываем, это развитие экономики. Экономика имеет только один, как и сам экономист смеется, один только принцип. Развитие, безграничное развитие. Это единственный принцип экономики. И когда экономика принято за основу построения общества, оно называется «Последнего моря», как идея замысла Камерлана. Оно развивается до последнего моря. Это глобализм. Но куда развиваться потом? Некуда. И сейчас волна развития такого общества с Запада, с Соединенных Штатов Америки, натолкнулась на волну Китая. И весь мир уже затоплен. Коммерции, к монетаризму уже нет места. Как работает коммерческий мир? Это война, это империализм, это война любого стажа. В такой войне мы погибли. Почему? Потому что теоретически, да, нам даже внушают, это латыши, литовцы, там малые народы, мы не имеем смысла в мировом процессе. Ну что у нас, нет ископаемых, наши ресурсы производства малы. Любой нормальный человек. Это, кстати, вот в таком направлении работают идеологи,
капитализм, глобализм, да, что давайте Латвии конкурировать с Польшей по выращиванию пшеницы, скажем, конкурировать с Америкой или Францией по производству, конкурировать с Россией по... вообще это же не глобализм, это же открытый рынок, да, пожалуйста, конкурируйте. Никто в Латвии не говорил из правящих, тем более националов, что Латвия имеет особый ресурс, по которому Латвия, Литва, Балтия и финно-угры, эстонцы, украинцы, имеют особенный ресурс, чудо-ресурс. Это люди, это старая наша культура, это земля, на которой мы живем, которая делает нас теми, кто мы есть. И надо вспоминать, что всегда надо помнить, что нет малых народов. Нет малых народов. Если народ выстоял столетиями, тысячелетиями рядом с большими империями, которые создавались, разрушались, воевали, а рядом было маленькое такое место на земле, где жил какой-то народ, то это народ, великий народ, а не малый народ. Это естественный принцип. Народ, который доказал через столетия, тысячелетия, что может выжить рядом с империей, это народ крупнее империи. И наш ресурс, который мы должны развивать, это наше идейное, наше понимание мира, наше понимание общества, наше вместе общество, которое сейчас вперед развала империализма, глобализма, мирового, может послужить и должно послужить новым началом. Значит, в 20-30-е годы мысль о национализме была. Каким образом это достичь? Как мы будем служить всему миру основой? Название «Аксис Мунда» даже пользуется этим же принципом. То есть «Ось мира» или «Дерево мира». В 20-30-е годы принципы национализма были закреплены в конституциях национальных государств. Германия после проигрыша в войне, кстати, все еще имеет национальные конституции. Да, смешно, но Литва имеет, не знаю, как перейти на русский, но постановительный акт сторон оккупантов о статусе и развитии Германии. Там даже написано в принятом документе 1946 года, что как бы заменитель конституции, что Германия обязуется вступить в Евросоюз. Ну, плюс-минус, так и написано, когда еще в Румынии не было в Европейском Союзе. А так у них в документе. Этим моментом пользуется, кстати, движение Яунвации, да, которые так и сказали, у Германии нет конституции. Новая Германия. Да, у Германии нет конституции. Мы, народ, имеем право на конституцию, мы ее пишем. Это признается и поддерживается даже властями Германии. Но Яунвация не доразвилась тоже принципа национального. То есть они пока что не способны писать конституцию. Когда они напишут, они будут вправе стоять на том, что они владеют нацией. Немецкая нация владеет Германией. Сейчас этого нет. Значит, то, что в Конституции Латвии сказано, что власть... Значит, эти конституции были введены принципы национальные, народовластия. В Конституции Латвии написано, вторая статья, власть Латвии имеет народ. Но покуда нет латвийского народа, да, там власть в Латвии имеет латвийский народ, покуда нет латвийского народа, то есть нации, некому брать власть в Латвии. Поэтому у нас работает власть бюрократов, которых поддерживает за границей. Так что то, что мы сейчас должны сделать, это неизбежно. Мы должны создать нацию. Найдутся люди, которые станут костяком этой нации, которые способны стать костяком. У нас это наш национальный, это наш балтский потенциал, то, что нет всего остального мира, то, что позволило нам выжить эти тысячелетия. Ну что такое 200 лет рабства в Египте? Что такое 40 лет скитания по пустыне? По сравнению с 800 годами оккупации латвийской земли, 800 лет на латвийской земле жили балтские народы, которые не имели своих правителей, которые были сословием
рабов, дзинзерных, да. И первое и последнее, то есть 200 лет шло, 200 лет шло, шел геноцид, первые 100 лет и последние 100 лет, то есть в 13 веке и в 20 веке. Мы выжили, мы доказали, что единственный такой народ. Может быть, это можно сравнить с корейцами, которые живут рядом с Китаем и тоже не поддались еще. Ну и Китай разделил, и Корея разделена тоже на два государства. Единая Корея, по-моему, кто ее может победить? Корея. Значит, увы, та конституция, которая принята у нас в 30-е, то есть созданием Латвии, тот же гражданский закон, как основа гражданского общества, гражданского отношения в Латвии, в 30-е годы приняты, они в практической силу так и не вступили. В практическую деятельность, в повседневную жизнь, в практику. Латыши до этого не росли, об этом очень заботились. Почему? Потому что мы, естественно, узловая точка соприкосновения Запада и Востока. Мы действительно сердце нашей культуры. Ну, как вы понимаете, что культура белой расы. Потому что по системе думаем, мы размышляем, мы понимаем, что любая система в расцвете расширяется со середины, ну, где самый корпус, ну, то есть основа, да. И потом ядер. В плохие. Ядро. Да, ядро, да. И в плохие годы оно сужается обратно туда же, к ядру. И вся западная культура нынче на данный момент сужается к Латвии. Что такое латышские Латвии, я говорю, потому что это те самые. На данный момент принадлежу в третью очередь латышам, в первую очередь я ламы, во вторую очередь куш, и только в третью очередь я латыш. Поэтому я могу рассуждать трезво о судьбе и возможности латышского народа, первая моя обязанность к роду и к моему народу. Значит, на данный момент нам следует разработать новую концепцию. Мы, то, что мы юридически делаем, я сейчас, ну, имею тоже юридическое образование, сейчас делаем то, берем нашу конституцию и смотрим те статьи, которые каждый человек вот в Латвии обязуется соблюдать. Не теоретически, не устно, а практически повседневно. Которые, вот исключительные статьи конституции, которые будут служить костяком нации. Если не можешь подписаться, что не будешь лгать, когда в Сейме с клятвой, что латышский народ — это государственный язык, потом подписываешься за язык русский, второй язык, так скажем. Но это невозможно, согласно национальной конституции. Человек, который так сделал, он свою клятву, свое слово обеднил. И он выступил против нации. Невозможно. Есть такие вещи, значит, человек, который это сделал, не принадлежит к нации, не принадлежит к народу, не имеет права никакого права голоса в этом народе, в этой нации. И если пройтись по статьям Конституции, надо выборочно вот собрать самую-самую суть, которая ни при каких обстоятельствах принадлежащие к латышской нации люди не переступят. В практическом смысле, не буквально, в практическом смысле. Это одна мысль. И на основе этих национальных идеалов, которые мы отбираем, мы создадим новое национальное строение, новое национальное государство. Это не то, что было, что ДИК показывал. ДИК показывал Baltic South модель, это всего лишь один из моделей, то есть один из принципов сотрудничества. И причем принцип сотрудничества не народов. Не национальное сотрудничество, а принцип сотрудничества организации всего лишь. А костяком нации должна служить семья. Мы должны добиться того, чтобы семьи, люди, друг, цепляясь к другу, как во времена Народного фронта вышли, потребовали свое право на власть, право на жизнь в этой стране. Я упомянул о том, что в 1988 году я вышел из
Народ является объединение национальной независимости Латвии. Последняя организация, куда я вступил, был Латышский народный фронт. Латышский народный фронт. Это мое удостоверение члена Народного фронта. Я никогда не дал согласия на то, чтобы Народный фронт был расформирован. Никогда не дал согласия на то, каким образом в данном государстве идет принцип управления, потому что то, что требовало Народный фронт, народы Народного фронта, это было весьма ясно определено. Эти были национальные требования народа, которые на данный момент реализованы на процентов, может быть, 5 из 100. Остальное все нарушено. То есть государство, которое сейчас, режим 4 мая в Латвии, приемник ЛПСР, то есть Латвийской Социалистической Республики, то есть вся номенклатура, которая также приняла власть, неконституционно, согласно соответствию, и не в соответствии с требованиями Народного фронта, который поднял вопрос независимости Латвии, они потеряли любое право представлять латышскую нацию. Они не соблюдали интересы, и они должны сами же решить. Приятно в этом то, что они, которые распотрошили государство, разворовали. Сначала разворовали промышленность, чтобы мы фактически не могли быть независимыми, чтобы не было экономической политики Латвии независимой. Вы понимаете, что вы помните, что первое, что было сделано до того, как признали заграница, как признала нашу независимость, первое, что было сделано, было кооперативизация, разрушение крупных предприятий. Это было первое, что было сделано. И только после этого нам дали как бы национальную независимость. Нам признали нашу национальную независимость. Когда фактически нация была лишена своей крови, своей экономической мощи, любых возможностей экономических. Так что эта концепция, я не призываю к статьям Криминального кодекса, то есть действиям по Криминальному кодексу, противиться власти, менять строй власти. Нет, я стою на том, что латышская нация, которая формировала свои требования в Конституции своей соответственно, 18 года, как 22 года, извините, которая Народный фронт, который на данный момент формировал народные требования к независимости. А там не было речи о приватизации, там не было речи о Евросоюзе в программе Народного фронта. Я призываю к тому, чтобы народ объединялся и взял власть в свои руки. Сейчас власть у номенклатуры. В момент, когда создастся нация, она имеет естественное право, основываясь на международных документах, признанных правил, потребовать власть и потребовать расчет. Что же вы сделали, милые дорогие? Взяли кредит у мирового банка. Что еще? Ну давайте тогда рассчитываем. Латышский народ с этого ничего не имеет. Потому что мы сейчас заложены, мы и наши дети должны в долгу за то, что мы не видели никогда. За то, что мы не получили, за то, что нас расворовали, за то, что нам отняли будущее. Про латышей я могу сказать, что латышей, дорогим литовским друзьям, собратьям, я могу сказать, что латышей уже, на мой взгляд, не способны это сделать. Одни ни в коем случае. Вся надежда у нас идет на данный момент на Литву, на Эстонию и более немножко обширный круг народов, которые еще не исполнены. У нас на Латыши были новояши, на русском, то есть процентуально Латыши выявили стойкость этой территории, истребили стойкость этой территории. В первую очередь как раз сами интеллигенцию истребили в 40-е годы, чтобы те, которые носили национальную мысль, были истреблены, осталась масса. Значит, и поэтому сейчас на основе вот этих пунктов, соответственно, о которых все могут сказать «да», это я в сердце чувствую и всегда буду соблюдать, также на основе требований Народного фронта, которые все еще в силе, пока я член Народного фронта, и любой из вас. На основе этого мы должны разработать новую концепцию национализма,
более усовершенствованным в сравнении с той, которая потеряла крушение в Великой битве 30-40-х годов. Глобализация национализма. Ту модель мы не можем чисто стоять на модели, которая разработана 100 лет тому назад. Каждое общество разрабатывает законы, каждое правительство разрабатывает законы на тот момент, когда оно чувствует нужду в этих законах. И согласно конкретному моменту. Сейчас мы чувствуем нужду в немного другой нации. Той основе, которую я говорил. Так, далее, да. Вы даете мне еще время? 3 минуты. Спасибо. Даже я должен отключиться после уже опоздания. Уже 40 минут прошло. А тут у меня, значит, название этого всего нашей встречи «Новые палки». Да, «Новые палки». То есть вот это одна страничка, я вкратце хотел, вы увлекся. Эта страничка по поводу уже плана чисто нашего сотрудничества с «Open Access Movement» по Балтии. Так, по национализму. Если вы посчитаете, что я должен речь завершить, вы уже говорите. Пусть падает. Далее. Значит, про друзья нации, враги это я уже сказал. То есть друзья это все националисты. Да, я не расист, но как-то так в шутке не буду оглашать, да, но пускай живут на деревьях. Впрочем, только националист может дать что-то другому человеку. Я очень позитивно отношусь к неграм, к китайцам. Может быть, не о тебе давай. Давай концепт, что надо делать. Я как человек, который на данный момент чувствует костяк нации, который создает музыку. Значит, китайцы хорошо производят игрушки. Негры, значит, выращивают бананы. Мы, значит, выращиваем пшеницу. И очень хорошо, что мы каждый делаем свое, потому что каждая среда создает свой народ, свои традиции, даже не на кип. Каждая среда, поэтому глобализация – это смерть для всех. Если помним старые древние цивилизации. Давай, что надо делать? Не что помним, а что надо делать? Все, конечно, вкус. Коротко, значит, древние цивилизации, Библия, двоеречи, там сейчас пустыня. Амазонка, Ацтеки, Инки, Майя и прочее, там скоро будет пустыня. Намибия. Пустыни. Китай большая часть пустыни. Это те места, где жили народы, великие народы, культуры, которые обрабатывали землю, создавали землю, значит, среду под себя. Когда эти народы были истреблены или вынуждены были уйти, земля другого хозяина, хотя бы не претерпела. Это то, что я хочу сказать, мы на своем месте, каждый на своем месте. И когда сын Бога, Геракл, пошел воровать яблоки в саду Гесперии, и великан, который выращивал яблоки и охранял, стал против сына Бога. Ну, это зависит. Гектор никак не мог победить, Геракл никак не мог победить великан. Как прижал по земле, великан доставал с удвоенной силой. Это то, что мы должны помнить, пока мы на своей земле, другого хозяина на этой земле не будет. Так, далее. Упомянул вкратце уже, значит, о том положении, которое в нации пытается понять, и ошибочных путях создания нации. Когда-то лорд Дизраэли, извини, пожалуйста, но нам действительно надо что делать, а не когда-то. Стулы. Пожалуйста, давай, какой там? Кто возражает, давай. Они выходят в 3 часа, у нас только 2 часа осталось почти. Благодарим, спасибо, минут, я завтра могу сказать, что я с ТП, значит, Дизраэли говорил, то есть Дизраэли присутствовал в заседании парламента Британской империи, где премьер-министр объяснял, рассказывал про достижения британской нации за границей. Выросла прибыль всех компаний, богатство национальное возросло. Значит, все враги наружные подавлены.
Значит, а после выступления поднялся лорд Дизраэль и спросил, о которой британской нации вы рассказывали нам? О тех, кто живут в трущобах, чьи дети работают в фабриках с 14 лет, а то и с 7 лет. В тех, которые чувствуют нужду и не получают возможности лечения. О которой из нации вы говорите? И этот вопрос стоит перед любым государством, которое насильственно пытается создать нацию. То есть покуда построение нации, покуда построение государства и общества будет стоять на том, что есть эксплуатированные, эксплуататоры, не будет возможности создать единую нацию. Это будет внутренняя война всегда. И вы посмотрите, что случилось. Дизраэль был патриотом. Но патриотом Великобритании. Что случилось с империей Бритов? Она развалилась, потому что у нее было две нации. У нее не было одной нации. И люди, которые проживали в Америке, посчитали, что им хватит с той нации, которая получает прибыль. Они другая нация, они начали создавать нацию американцев. Так. Значит, по теме конкретно, что делать, то есть Балты, да, я отметил самые наиважнейшие пункты, их нигде сейчас нет. Прошлой ночью просто не спалось, я их выложил на бумагу. Можете записать, если вам тоже интересно. Значит, девиз всего сотрудничества до создания Яунбалтов, это мы должны вылечить раны оккупации 15 века, мы должны объединить на обе части Балтов. Значит, уровень, на котором это делается, на три уровня. Первый уровень на общественном уровне. На данный момент латыши и литовцы должны создать общественную организацию. Общество латышей и литовцев. Такая организация должна быть создана и служить основой народного движения в этом направлении. То есть она должна быть основой всего движения. Второй уровень. Значит, сотрудничество по одному, то есть через границы. Сотрудничество через границы. Да. То касается пограничной зоны Латвии и Литвы, самоуправления пограничной зоны Латвии. Латвии и Литвы в компетенции, которых должно отдаваться право решать за свою территорию, за пограничную территорию. Только таким образом мы достигнем, что граница станет не окраинной, как сейчас, да, за границу, а восстала бы, объединяла бы народы. Самостоятельность границ. Это имеет компетенция отдать даже спорный вопрос. Вот то же самое на нефти. Пускай они сами вместе решают. Ну, естественно, переговоры с государственными институциями и прочее. Но основа сотрудничества, совет сотрудничества этих региональных самоуправлений пограничных. Это получит поддержку с Европы, однозначно там финансирование пойдет. Это очень хороший, вкусный, это хороший кушать. Потому что вот это будет понятно. Далее, значит, если такой совет, ну, совет тоже может, это совет по обе стороны, да, границы, может пойти, если получит поддержку государственную официально, хотя я считаю, что получит весьма безапелляционно, то можно это делать под эгидой общественной организации самоуправлений, подключить союз самоуправления Латвии, Литвы, я не знаю, может, наверное, тоже такой есть. Таким образом создать третью силу, которая не имеет политический, а чисто этнический и экономическую основу сотрудничества. Без политики, чтобы сами эти пограничные самоуправления могли решать, как, в каких школах идти детям, каким проектам подключаться, пускать туда, которые хотят атомные электростанции, или не пускать. А то по одну сторону построили, по другую сторону идет дым, да, как мы знаем. Но это уже очень хорошая причина для конфликта. А тут
совершенности. Значит, и третий уровень. Парламентское сотрудничество, то есть рабочая группа по сотрудничеству латышских и литовских парламентариев. Такая должна быть и быть самой крупной первой. Ну что, вся разработка политики на государственном уровне. То есть политики должны передавать волю народа, вот этого общественного организации, общественной организации к официальным инстанциям. Значит, далее идет организация, которая координирует, инстанция, организация, которая координирует сотрудничество на уровне исполнительной власти, постоянные встречи рабочей группы должны быть исполнены исполнительной власти. К примеру, что бы ни случилось, как с банком, что Лада из края банки и Эстонский банк. Все это решалось нормально, быстро, оперативно. Что не стояло границы европейской среды. Ну, это вкратце. Значит, это какая-то организационная основа. Далее идет, значит, направление работы. Это работа о создании общей нации, это внутреннее, что подразумевает контакты почаще, чтобы в следующий раз, если я через год буду выступать в Литве, я буду свою речь считать на литовском языке, я это вам обещаю. На данный момент получается, что мы отдаем дань нашему общему прошлому под Россией, это русский язык. Но ни русский язык, ни английский язык не даст будущего, потому что это не наше прошлое, не российское и не английское. Так, далее, значит, второе направление идет транснациональное, то есть между обеими частями нашей народа. Далее идет международное сотрудничество, международная презентация балтов как единой силы, единой нации, единой культуры. И далее, значит, на международном уровне идет проект «Акция Смута», о котором сейчас не буду говорить, времени нету. И я не получил, скажем так, согласие своего партнера приглашать этот проект на данный момент, да, который называется главной концепции, концептуальной точки соприкосновения. Значит, и, значит, международный – это Балтийский уровень. Или Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, укрепление именно этих связей, создание общей зоны экономической, ну то есть создание унии. Или же поуже направление, значит, то есть пошире направление Речи Посполитой. Тут надо сказать, что риски, очень большом риске, который должен усматриваться. Латыши, они гораздо менее экспансивны, гораздо более разобщены, нежели наши южные соседи литовцы. Поэтому при создании общей зоны экономической и докультурной, латыши попадут в статус младшего брата, скажем так, Латгалии, может быть. Этим надо рассчитывать, как эти риски уменьшать. Мне не нравится, когда литовцы настолько экспансивны. Не нравится. Вот не нравится. Но эта проблема та же самая, что у эстонцев относительно поляков. Да? Эстонцы? Поляки. Поэтому идет речь о геополитическом равновесии, которое рисуется следующим образом. Значит, в Латвии практически мы уже видим, что Латвию оккупировали литовские и эстонские фирмы. Переработчики, оптовики и так далее. Это практически уже происходит, потому что у нас нет этой политики вообще никакой в Латвии. Значит, относительно риска, что же делать? Латвия имеет давление не только со стороны Литвы, но и со стороны Эстонии. Эстония – это тоже сила. Эстония идет… Что было раньше, с 1940 года до Второй мировой войны, чьи последствия еще последствия Второй мировой войны еще не покажут, поэтому война продолжается. Балтия была Финляндия, Эстония, Литва, Латвия. Четыре балтийских государства. Выпала Финляндия, на свое счастье. А сейчас мы можем говорить о том, что Эстония и Финляндия – это общая военная зона. И поэтому она
компенсирует давление на Латвию со стороны литовской. Идет компенсация. Далее. Что такое Литва против Польши? Ну, скажем так, экономически на данный момент весьма несостоятельно, увы. Я надеюсь, вы извините, потому что Польша, я сказал, еще хуже, и это правда. Если посмотреть Литву, если посмотреть Унию, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, что такое Польша, это уже будет равновесие. Польша с Словенией, Словакией. Это будет уже геополитическое равновесие. Если посмотреть, значит, это внутреннее равновесие. Все с малого на большое должно быть единым. Значит, если это, если посмотреть на территорию уже Балтия плюс Польша, может быть, Венгрия, то мы видим, что это уже уравнивает влияние России и Америки в Европу. Как разумеется. То, что я только что сказал, это концептуальное значит, положение, мысли о концепции Аксис Монды касательно Балтии. Как в старые добрые времена. Как мы помним, самый большой, самый крепкий Европейский Союз создавался, назывался Речь Посполитой. Под управлением моего дорогого кузена Ягоруна. Ну, рода моего кузена Ягоруна. Еще какие-то пункты есть? Или? Значит, по пунктам, естественно, да, сейчас дальше иду. Ну, давайте только пункты, у нас нет больше времени. Да-да-да, я иду дальше. Значит, что в политике мы должны делать? Первое, что я уже отметил, это позиционирование региона. Позиционирование Балтийского региона в Европе и внутренне у нас. Второе, значит, позиционирование культуры. Чтобы получить вес геополитический, мы должны позиционировать себя как геополитическую силу в Балтии или уже Балто-Литовскую линию. Значит так, далее. Что мы должны, ну так, более-менее предоставить? Значит, право первой руки покупки недвижимости, скажем, или предприятий крупных, мы должны из латыши предоставить право первой руки сначала латышам, потом литовцам. Это уже чисто экономическое. Да. Это просто будет игра, потому что все равно одна нация не имеет права иметь землю на чужой территории, потому что тогда негде жить основной нации той земли. Это против любого какого-то права и против логики отнять землю у народа. Это страшнейшее геноцид, это страшнейшее преступление. То, что сейчас распродается вся Латвия, все Литва, где же жители граждан, куда им возвращаться с Англии или откуда еще. Значит так, и второе, что ну, это примечание, просто я говорю, сегодня ночью не спал и... Пункты. Второе, значит, региональное развитие, развитие значит, границы, это будет плюс такой, что нельзя будет, скажем, в Доброгласском районе создать лагерь беженцев для Африки или для арабов, от которого пострадают и литовские территории. А на литовской линии надо будет построить атомные станции, от которых пострадают латвийские. Вот это самое. Корреляция, чтобы пошла предпринимательная. Значит так, по поводу акций, значит, по поводу акций надо сказать, что можно обрелить, провозгласить 2013 год в Латвии годом Литвы, в Литве годом Латвии. Под этой эгидой выйти на международный уровень уже и работать над теми мероприятиями, которые будут вот, отмечены. Который будет проводиться по укреплению сотрудничества и созданию под конец общей нации. Я считаю, что это даже не имеет будущего. Это мое мнение, возможно, кто-то пытается меня опровергнуть. Я рад буду слышать. Я работаю уже долго и не видел в Латвии людей, которые способны удержать государство. Эту нацию, увы. Далее, значит, 2013 год. Значит, сейчас у нас актуальная проблема Дзесмусвайки, праздник пения, всенародный праздник пения. Мы не можем так по пунктам. Давай, скажи, праздник пения. Смотри, есть пункт. Значит,
ЦЕСМ, проблема, где взять финансирование для проведения ЦЕСМ. Было даже мясо, что из-за того, что экономические проблемы у нас, может быть, отменить ЦЕСМ, перенести их через проведение через два года. Но как раз ЦЕСМ, это основа латышского национализма, латышской культуры, которая создалась в самый первый период, в концептуальный период создания латышской нации. Если отменить здесь с вами, то латышская нация, это все последняя культурная общность у нас. И поэтому предложение такое, это уже работая вместе с Литвой, общий, подумать, как создать или общий, или параллельный праздник песни, песен танцев. Это наша уникальность в мировом масштабе, давайте тогда развивать его по территории Балтии. Это решит какие-то проблемы финансовые, это решит, поднимет их на уровень международного уже наших ЦЕСМ-сваки и даст возможность защитить их при ЮНЕСКО и прочее. А то и просто по финансовым соображениям. Давай дальше, а не там. Значит, общее, как это называется, мы живем в Латвии, даже глупо община, русскоязычная община, которая не имеет общей информационной площади. Значит, про литовцев мы вообще ничего не знаем, что происходит в Литве. Поэтому или это общество, или какие-то решения, значит, общее как-то издание прессы, скорее всего. Значит, потом, важнейший пункт, это обучение в школах, латышских школах литовского языка, в литовских школах латышского языка. Потому что восприятие мира начинается с детства, и обучаясь этим языком. Давай дальше, следующий пункт. Дети примут уже и начнут говорить на одном языке более-менее понятно друг для друга. Далее, методы внедрения, значит, это для начала можно делать пилот проект, особенно в 2015 году, попробовать, как это получится. Второе, это значит общие международные представительства. Это очень важный пункт, что ЛТШ могут привилегированно обратиться, скажем, в посольство Великобритании, в консульство и обратно, потому что как пилот проекта. Это укрепить просто практически, если появить случайное сотрудничество, надо это укрепить на принципиальном уровне. Далее, работать на культурном поприще, определить генеральные общества, то есть генеральные линии балтской культуры. Что такое балтская культура? Это уже длинная сложная работа, но когда-то общество латышей для латышей это сделало. Далее, значит, работа через границы, я уже заметил, значит, сотрудничество приграничных регионов. Это те значит, методы, которые надо применять. По финансам, значит, коротко голову по Европе, то есть Евросоюз, скорее всего, значит, даст средства, у них резервация есть, но то на значит, сотрудничество. Через границы, пару уже садарды. Это мы уже затронули. Далее на развитие защиты культурного капитала, то есть ЮНЕСКО, это обязательно тоже в Европе есть финансирование. Значит, развитие региональное, это опять-таки Европа даст денег на это. Далее общественная организация, которая латвийско-литовская Бельгия общество. Свою деятельность может основывать на трех китах. Жертвования, государственные субсидии с обеих государств и также вот по этим названным пунктам с Евросоюза получить. Далее, государственные финансы. Значит, как я сказал, часть национального бюджета небольшая, но на развитие, определение развития сотрудничества Балтийского региона, Балтийского народа. Я могу прочитать все это, да, но тогда говорю все так, чтобы просто обратитесь ко мне по электронной почте, и мы уже лично встретимся.
Также могу сказать по Аксис-Пуде, но только лично, что проекты, включающие развитие национальной идентичности, развитие по проекту развития нации, создание латышской нации, это я и буду говорить лично, потому что оно не на том уровне.